Произведения имеют форму ронда. У нас есть 5 частей. Первая часть знаменитая, потом идет вторая, потом третья снова, потом еще одна четвертая часть новая и последняя снова наше повторение. Давайте начнем, как всегда, с правой руки. И у нас начинается все с левой, но мы посмотрим сначала правую, потому что левая очень простенькая. Правая рука начинает с аккорда ми, соль, си бемоль, до диез. Это у нас уменьшенный водный. Возможно, это слово вам ни о чем не говорит, но вы все равно его запомните. Это аккорд такого, знаете, напряжения. Иоганн Себастьян Бах вообще использовал этот аккорд для того, чтобы показывать какие-то дьявольские силы, если он играл какое-то вот произведение, и он вставлял уменьшенный водный. Все сразу же знали, что что-то будет неладное. Так вот, Бетховен вот этот аккорд нам дает сразу же в самом начале. Давайте разберемся со счетом. Мы будем считать с вами до трех, либо до 6. Давайте я вам сразу же покажу структуру счета до 6, а потом до 3. Мы в каждом такте считаем до 6. И каждая нотка, вот эта вот четверть с точкой, будет у нас как бы 6 шестнадцатых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий аккорд. 1, 2, 3, 4, и вот дальше у нас будет 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Либо, если мы считаем до 3, то у нас так и будет 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Я бы вам, наверное, посоветовала все-таки считать до 6, потому что у нас в левой руке будут тоже счет на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, давайте вот сразу же и посмотрим левую руку. 6/8 нота ля. Смотрите внимательно, чтобы не играть вот эту ноту ля, а именно играть вот эту ноту ля. Послушайте на слух, как она звучит. Звук. И мы играем целых 1, 2, 3, 4. 4 такта ноту ля. Но, внимание, мы эту ноту ля не играем одним пальцем, а мы чередуем пальчики, как будто бы они у нас бегут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я вам так вот покажу, да? То второй, то третий, второй, третий. Для чего нужно это чередование, спросите вы, что это такое? Дело в том, что в музыке тоже есть такой закон, когда у нас случается вот такое вот нажатие одной ноты постоянно, для того, чтобы рука не зажалась, мы чередуем пальчиком. То есть чередовать пальцы намного легче и энергономичнее, чем одним пальцем нажимать все ноты ля. Но, честно скажу, я когда играла в музыкальной школе это произведение, я помню, что я все-таки пошла у себя на поводу и играла эту ноту ля одним пальцем. И в итоге, когда мы добавили темп, было очень сложно одним пальцем сыграть это ровно, одним пальцем сыграть это чистенько.
Ну, в итоге у меня получилось очень все плохо, и я потом переучивала это место. Ну что, соединяем 4 такта вместе двумя руками. Считаем до 6. Раз. А, нет, до 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Хорошо, ставьте на паузу, работайте над этим отрезком, а я иду дальше. Смотрим правую руку, следующие 4 такта. Мы играем с вами интервал. Во всех интервалах и аккордах обращайте внимание, чтобы две нотки нажимались одновременно и не было вот такого вот ква-ква-ква. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Еще заметьте, что я все нотки как будто бы связываю, чтобы они были все такими, вот знаете, липкими, для того, чтобы нам лучше сделать фразировку потом. Потому что если вы будете каждую нотку так скакать, ну, возможно, правильно, но некрасиво. Поэтому старайтесь все вот так вот связать, чтобы ваши пальцы были как лапки у паука. Четыре такта мы с вами посмотрели, что у нас делает левая рука. В левой руке добавляется нижняя нота ре, и у нас получается так: ре и ля. Ре и ля. Ну и что? Пробуем посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующий такт ре диез. И вот заметьте, что если у нас появляется диез в начале такта, и это встречный знак, то мы понимаем, что этот знак действует до конца тактовой черты. Тактовая черта – это вот такая вот эта вот палочка. Я, конечно, на всякий случай буду говорить какие-то банальности, возможно, для кого-то. Но если вы знаете эти знания, что такое тактовая черта, ну, просто порадуйтесь за то, что вы уже не нулевой новичок. Ну, а я все-таки буду говорить, потому что меня смотрят тоже и начинающие, и для того, чтобы у них не возникало всегда дополнительных вопросов. Тоже буду давать какие-то ремарочки. Итак, пробую. Раз, два, вообще вот запомнить, то есть мы сначала играем так, потом вот так, так. Визуально и пальчиками на какие нотки у нас левая рука сползает, так будет потом легче запоминать и соединять двумя руками. Ну что, пробуем соединить две руки вместе. Давайте так, я считаю про себя, у меня четко в голове тикают часики раз, два, три. А для того, чтобы вы смогли послушать, я буду это делать в голове. Обратите внимание на то, что есть вот у нас нотка, она длится весь такт, у нас нет паузы, то есть не убирайте руку сразу раз, а вот придерживайте пальчиками до конца такта. Ух, какие мы с вами молодцы! 1/3 уже пройдена. Пробуем идти дальше. А дальше у нас два такта-то повторяется. Вот это сюрприз. Ну, хоть в чем-то Бетховен нам сделал поблажку. Давайте повторим следующие два такта. Ну,
такта повторяется, да, вот похожий третий такт. И идем дальше. Смотрим. Раз, четыре, пять, шесть. И у нас диезы сменились на бемоли. Соль, ми бемоль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. И вот до этого места. Что хочу сказать? Хочу сказать о том, что вы можете прямо взять себе ручкой и подписать в нотах. Еще раз говорю о том, что ноты будут внизу по ссылочке. Вы можете их достать, бесплатно скачать. И вы можете прямо подписать, не стесняйтесь, потому что это вполне нормально, подписывать нотки. Какая нотка сколько длится. В это время что у нас делает левая рука? Мы переходим на си бемоль и тоже 6 раз, получается 1, 2, 3, 3 такта у нас си бемоль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот только тут у нас си бекар, то есть мы перемещаемся вот на эту нотку си и тоже ее 6 раз нажимаем. Раз. И нота до. И вот мы ее нажали. Соединим вместе две руки. Еще попрошу вас очень-очень сильно, чтобы вы не впадали в соблазн играть вот эти нотки с разной длиной. Вот, допустим, если мы играем, условно, давайте вот отсюда. Раз, два, три, четыре. А потом идет сложное место вправо, и вы замедляете. А потом просто. Категорически не должно быть, потому что наша главная задача не как можно быстрее проиграть левую руку, а сделать музыку, и каждая нота имеет свою длину, и не надо брезговать тем, какие длительности поставил композитор у себя в нотах. Поэтому берете часики и очень четко это все играете. Сначала вы работаете вот прям вот так прям педантично, а потом, когда вы уже выучили все ноты, разобрали все ноты от начала до конца, тогда уже можно уйти в какое-то творчество, добавить агогику, добавить пиано и форте, и уже сделать какое-то такое, знаете, какое-то вот разнообразие. Но в самом начале мы все очень четко, планомерно, вот прям перфекционистично разбираем. А дальше мы перейдем с 6 счеток на 3. Получается так, мы этот такт разобрали. Раз, два, три, пауза. Вот эта вот закорючка, это у нас пауза. То есть мы молчим. Раз, два, три. Раз, два, три. А тут только раз, два, три. И пробуем посмотреть правую руку. У нас появляются триоли. Что такое триоль? Если мы раньше на один счет, вот мы считали до трех, раз, два, три, и каждый счет мы дробили на два, да, три в единице было два, раз, два, раз, два, раз, два, то теперь в один счет у нас входит не две единицы, а три. То есть мы должны раз, два, три,
да, как бы три нотки у нас должно влезть в один счет. И получается так, у нас нотки ля, до, ми, потом переносим ля, до, играем пятым пальчиком, три, так, давайте еще раз повторим, раз, два, три, ага, и потом дальше следующий такт мы то же самое играем, только уже не от этой нотки ля, а от вот этой нотки ля. Раз, два, три. Супер. Ну и что, Бетховен подумал, ну красивый оборот, давайте повторим. И действительно, взял, повторил. А что, так можно было? Конечно, можно. Теперь смотрите, у нас стоит восьмерочка. И эта восьмерка показывает, что все ноты переносятся на октаву вверх. То есть мы третий такт играем те же самые ноты, но еще на октаву выше. Раз, два, три. Да? И вот, давайте еще раз повторим, красиво получается. Раз, два. Что делает у нас левая рука? Левая рука у нас взбирается на самую низкую ноту в этом произведении. Вот мы начинали с этой ноты ля, но мы перемещаемся еще ниже на вот эту ноту ля. И мы нажимаем раз, два, три. Дальше следующий такт. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, довольно-таки просто. Один аккорд повторяется несколько раз. Ух, соединяем две руки вместе. Очень медленно. Я не буду сейчас вслух, чтобы вы послушали, как это звучит без моего прекраснейшего голоса. Заметьте, обязательно, когда идете вот это вот пятым пальчиком на нотку ми, иначе вам не хватит пальцев и вам придется вертеть рукой. Вот посмотрите. И потом как-то придется изворачиваться. Ну, это не совсем удобно для руки. Легче пятым пальцем нажать на ноту ми. И дальше у нас идет самый прекраснейший ход, называется хроматическая гамма от си бемоля. Как мы играем вообще хроматическую гамму? Третий палец всегда идет на черную клавишу. Третий палец чередуется с первым. Значит, у нас идет так, черная, третий, первый, третий, первый, третий. А там, где стык белое и белое, мы просто добавляем второй палец. Третий, второй, первый. Третий, первый, третий, второй, первый. И мы таким образом можем вообще всю клавиатуру играть. Самая простая гамма. И мы эту хроматическую гамму играем от си бемоля. И спускаемся. Третий, первый, третий, первый, третий, второй. И все, и мы пришли к нашей прекрасной Миры и уже знакомая нам мелодия. Обратите внимание, что это будет, если вы потренируетесь, это будет довольно-таки просто, но все равно держите себя в руках, не взлетайте со скоростью света, потому что захочется сыграть очень быстро, но держите себя в руках. Фух, вот такая красота получилась, давайте сыграем от начала до конца.
пошла наша пятая часть, заключительная. Ну что, еще раз скажу о том, что у меня на Бусти есть очень интересные эксклюзивные ноты и разборы, и марафоны по технике, которые вам, конечно же, помогут играть аккорды, играть так, чтобы не зажимались руки. Поэтому можете переходить туда и смотреть что-нибудь полезное. Кстати, вот я сейчас выбираю какое-нибудь произведение разобрать. Если вы напишите в комментариях, что бы вы хотели, я буду вам очень благодарна. Потому что много всего, я, как всегда, не могу выбрать что-то такое полезное, что-то интересное, что будет полезно вам. Так, ну, на этом наш разбор закончен. Поставьте, пожалуйста, мне лайк, потому что я действительно трачу на это много времени, чтобы вам было все понятно, ясно. Ну и встретимся с вами в следующих видео. До встречи!